Скажи ему, чтоб сказал, где пакет, или я расхерачу ему руку! В нашем мире ты либо решаешь... План у тебя отстой. Либо лажаешь. Меня зовут Рубен Яблонский. Меня ни разу нельзя назвать крутым. Воу-воу-воу, ты чё такой дерзкий? Ты смотришь, как баба. Я Нора. Ты общаешься, как лох. Подержался уже? Да. Нора, ты забыла куртку. Это не моя. Садись, я всё объясню. Это что ж, я пронёс наркоту? Ты мне сразу понравился. Завтра едешь в Амстердам с Норой. Привезёшь мне кое-что. Прежде всего, позвольте поблагодарить за щедрое предложение. Что он здесь делает? Геракс, я его друг. Это и есть Амстердам! Выглядит как-то беспонтово. А это кто такой? Это Улис. Берите велики. Твой приятель что, больной? Это ж хипстеры! Они не пчат! Правило первое. Не открывать пакет. А вы не могли бы убрать кошек? А то у меня на них аллергия. Кошки останутся. Они отвлекут собак, если что. Правило второе. Не мочить ни за что на свете, иначе товару придет капец. Рюкзак. И оставь кошек в покое. Им не нравится. Где пакет? Он точно здесь. Улис мошенник, прохвост. Привези мой товар. Или забудь о брате. Сынок, главное... Не то, что ты знаешь, а то, что тебе еще предстоит узнать. Добро пожаловать в Амстердам. Смотри, у него член горит! Беги за огнетушителем, гаси! Бегу! Твою мать!